Владимир Путин внес в Госдуму проект о ратификации договора о всеобъемлющем партнерстве между Россией и КНДР. Согласно договору, стороны стремятся к глобальной стратегической стабильности и справедливой многополярной международной системе, а отношения между странами базируются на взаимном уважении суверенитета и территориальной неприкосновенности, невмешательстве во внутренние дела, равенстве. Напомним, лидеры России и КНДР подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве 19 июня в Пхеньяне. Владимир Путин отметил, такой союз будет противодействовать практике санкционного удушения. И Россия, и Корея проводят независимую и самостоятельную внешнюю политику и не приемлют язык шантажа и диктата. Несмотря на внешнее давление, наши страны успешно развиваются на суверенной и независимой основе. Оказывали и будут оказывать друг другу всемирную поддержку, как настоящие друзья и добрые соседи.